еще демонстрирую. Для симметрии меняем руки. А на самом деле, по сути, нам не важно, какой рукой. Ну, тут буквально вот на этот участок только можно воздействовать таким способом. Еще раз расслабились. Давайте немного чуть вперед. Вот так. Теперь, ну, при сколиозе хорошо делать несимметрично, да, здоровым людям делаем симметрично. Одну руку не поднимается, продеваем под его рукой, другую на локоть. Это он должен аккуратно, легонечко. Легонечко руку должен висеть. Ставим напротив грудной клетки по центру и нагибаем на себя. Вот такое кивательное движение. И если человек легкий, то в принципе можно его приподнять и немножко его таз расслабить. Раскачать его таз. И теперь, не выходя из этой позы, вот так встанем, скрутка стоя, да, перехватываем уже руку вот так, а здесь будем хвататься за его ногу. Для этого переходим вокруг его тела, чтобы был упор в бедро. Нашим животом упираемся в бедро. Поднимаем левую ногу вверх. Левую. Выше ко мне. Все, и выпрямись, сам выпрямись. И расслабься. Очень напряжу. Напрягаешься, да. Если человек скользкий, мокрый или там в масле, да, после массажа, то все-таки все эти приемы лучше делать через простынь, тряпочку, да. Вот, поднимаем эту руку. Держим ее вот, эту тряпку. Нет, нет, стой, сам ничего не делай. И не напрягайся. Правую коленку вверх. Ну, чтобы увеличить скручивание, посмотри в противоположную сторону. Вот меня, да, подальше, да. Так будет максимальная скрутка. Если, в принципе, человек легкий, можно его держать коленку. Можно его поднять и через себя. И также можно растянуть его таз отдельно, как мы делали сидя. Ну, стоя это малоэффективно, потому что ноги иногда приходится. Иногда приходится, да. Ноги не закреплены. Так. То же самое, что мы делали сидя, в принципе, можно сделать и с атлантом. Также раскачиваем, расслабляем, расслабляем. Еще расслабили. Еще расслабили. Здесь меня развернись. Вот так развернись. Ногами развернись. Ногами. Вот, просто стой вот так, все, стоим. Здесь я показываю, куда руки захватили. Захватили снизу, а здесь под череп. Еще раз. Если чувствуем, что он напрягается, нам надо будет череп поднять повыше. Для этого упираемся в плечо своей рукой. Еще раз. Так, развернись. Так. Ну, опять же, вот можно перейти к рукам, подправить руки. Держим запястье, как будто здороваемся, да? Растянули, растрясли и в одну сторону, потом в другую сторону. То же самое с локтем и с плечом. Расшатали, помогли ему расшататься и дернули плечо. Так, ну, наверное, ну, можно уши еще. Уши не будем показывать. Да, можно. Да. Чтобы они не скользили, все-таки тоже использовать какую-нибудь салфеточку или тряпочку.
Все мы знаем, да, что ухо, горло, нос есть врач. Соответственно, почему один врач и на уши, и на нос? Потому что там есть канал. В нем тоже есть косточки внутри, и пульмональные правки, это тоже так же относится. Чтобы растянуть этот канал, хватаем за мочку уха внутри, за чашечку, да, расшатываем ее и выдергиваем вверх и в сторону. Захват должен быть очень плотный. О, тут только взялся, уже счет был, да? А здесь не было. Вот. Ну, как вы помните, у нас нет самоцели именно добиться хруста, да? Нам не надо прямо вот совсем добить человека, пока он не захрустит. Растянули суставы, это уже хорошо. Растянули связки, мышцы, тоже уже хорошо. Ну и в конце желательно просто опять его потянуть шею чуть-чуть. Вытягиваем и расслабляем. Смотри вверх. Это вот мобилизуется в ключично-акромиальное сочленение. Также вот вставляем, уперевшись, я соответственно покажу, уперевшись грудной клеткой в лопатку сверху, да, вставляем плечевой сустав. Ну все, на этом мы заканчиваем, дорогие друзья. Мы переходим непосредственно к практике. Сейчас будем отрабатывать все это друг на друге. Ну а вы не забывайте ставить нам лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами был Олег Алавгудвин. До новых встреч!